На конкурсе дети читают стихи. Меня зовут Полина Игнатьева. Мне 7 лет. Я учусь в 1А классе. Школа 27-я. Я живу в городе Дзержинске. Я вам прочитаю стихотворение Ирины Токмаковой. Это стихотворение называется «Моя лошадка пони». Я выбрала это стихотворение, потому что читали это стихотворение мой дядя, моя мама и мои сестры. Мою лошадку пони зовут Малютка Грей. Соседка нашего города поехала на ней. Она ее хлестала и палкой, и кнутом. И под гору, и в гору гнала ее бегом. Не дам ей больше пони, ни нынче, ни потом. Пускай вот все соседи придут просить о том. Спасибо.